Дорогая церковь Слова Жизни города Санкт-Петербурга и пастор Андрей, я поздравляю вас с днем рождения, с пятилетием. Чего бы я вам пожелал? Вы знаете, у меня у самого сына 5 лет, поэтому я, глядя на него, могу легко сказать вам свои пожелания. Значит, во-первых, чтобы вы были живыми, активными. Мне нравятся дети, которые активны, которые что-то хотят новое, что-то все время для себя открывают. Вот. Ну, как вот мой сын, будьте такими живыми. Во-вторых, слушайтесь папу. То есть при всей вашей живости вы должны быть послушны вашему небесному отцу. Ну а в-третьих, не делитесь с другими детьми. То есть уважайте другие служения, другие церкви, дружите для созидания Царства Божьего. С днем рождения!